Ну а вот у Павла Маслака не было пока результата никакого. Так что на дистанции 400 метров в нынешнем сезоне это его дебют. Крупным планом в спину как раз чешского соперника нам и показали. Но обязательно надо Павлу Тренихину далеко не отпускать Павла Маслака, потому что Маслак может очень так в последний момент выдать хорошие скорости, как это бывает всегда. Павел Тренихин пошел вперед, занял, что называется, бровку и бежит уже далеко впереди. За ним пустился Юсиф Рабах и Павел Маслак только третьим расположился. Сейчас Павел Тренихин не упускает инициативу. Передвигается Маслак чуть-чуть вперед, но уже не хватит ни сил, ни скорости. Да, подсел немножечко Павел Тренихин, но тем не менее он выигрывает этот забег. Ну что ж, упустил. 46-12, таков результат. Да, и результат в России Павла Тренихина.